По существующей традиции, воспитанники детско-юношеских школ Центрального спортивного клуба армии проходят посвящение в юные армейцы. Эта торжественная церемония происходит накануне дня рождения ЦСКА, который празднуется 29 апреля. Сегодня клятву верности армейскому клубу приносят юные борцы. Уважать и соблюдать славные традиции армейского спорта, быть трудолюбивым, дисциплинированным и целеустремленным на тренировках, не жалея сил защищать честь клуба и вооруженных сил России, быть достойным высокого звания спортсмена ЦСКА. Клянемся! 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 Школа спортивной борьбы Центрального спортивного клуба армии по праву считается лучшей в стране. Недавно на аллее славы ЦСКА состоялось торжественное открытие бюста заслуженного тренера России Анатолия Маргиева, который воспитал многих замечательных спортсменов, чемпионов мира и Олимпийских игр. Выдающийся наставник верит в новое поколение армейских борцов. Раз они пришли в ЦСКА, это великий клуб, великих традиций. Они должны знать, что здесь прекрасные тренера, и для них будет все сделано. И верить, и даже если что-то не будет получаться, продолжать тренироваться и верить в свой успех.